Кинотеатры, музеи, спа-салоны и бассейны в Казахстане в ближайшее время открывать не будут, заявил официальный представитель Минздрава Багдат Кужахметов. По мнению санитарных врачей, места общественного скопления все еще представляют опасность. Мне известен этот вопрос. Бизнесмены очень часто обращаются, представители малого и среднего бизнеса, которые владеют банными комплексами, кинотеатрами, торговыми центрами. И министр здравоохранения, и главный санитарный врач, и курирующий вице-премьер и премьер-министр, поверьте мне, озабочены этой проблемой. И делают все для того, чтобы найти решение, для того, чтобы дать возможность бизнесу заработать, пытаться компенсировать те расходы, которые они понесли за последние месяцы. Но опять-таки есть четкие правила, их не придумал Казахстан. Да, культура важна, но, извините, здоровье на первом месте. А вот что касается курортно-санитарных организаций для третьего этапа реабилитации переболевших COVID-19, то они должны подготовить соответствующие документы. Важным является наличие лицензии по медицинскую деятельность. Кроме того, руководство санаториев должно участвовать в тендерах и по итогам заключать договоры с фондом обязательного соцмедстрахования.